I recognized you in Na'an. I remembered that you were once a concubine, along with the Empress. She was more than willing to lure you here. Lies! I had no choice. She chose to live. Her life meant more to her than yours. Who would blame her? I forgive you, sister. Your forgiveness is touching, but useless. Blah, blah, there will be давайте. No rebirth of the Assassin's Brotherhood. You have no friends left. The last person alive who you thought you could trust betrayed you. That is how we wiped out your kind. So trusting of others, so weak and pathetic. The same qualities your master showed. Я понимаю, вы любите там побазарить, китайцы, но... Come closer. Подойди ближе, я покажу тебе, какая жалкая слава. Master, allow me. Allow me. Allow me. Ну что, ребята, всем привет! Пока не начался бой, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Хроники Китая. И сейчас, я не знаю, может это уже конец, потому что, видите, мы добрались до Императорши. Воу, ты прям дивуля сильная, как я понял. Используй метательные ножи, чтобы вырубать натянутые веревки. Ладно. Да ты что, мать, вы что, издеваетесь нафиг? Иди сюда, паскуда. Фу, если бы ты еще выкаёживался там. Город вот-вот вспыхнет, надо скорее отсюда уходить. Ну, уходить так уходить, пофиг. А где наша императрица? Опа. 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 И вот эта хрень, мне кажется, сейчас должна взорваться. Так оно и будет. Да, охренеть. Все пылает, все горит, и нам нужно выбираться отсюда. Ух, чуть нас не запалило, не поджарила курочка гриль китайская. Но мы успели выбраться. Ну прям с той зоны, а не с города. Накаркал? Ну. Дивуля, беги, давай, 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 ты не расслабляйся. Ты, может, там и любишь, там, не знаю, палочками суши поесть или что-то там любишь. Но сейчас нужно как-то жопкой своей пошевелить. Опять ты чуть не сгорела. Я хотел бы верить, что сейчас вот этого опять не произойдет, а ты нормально выберешься отсюда. Так, ну, до сюда я добрался. И сейчас нам нужно бежать, бежать, беги, беги! Осторожнее, рядом ассасин. Жопу тебе. Осторожничаешь. Нахрена ты осторожничаешь, если валить отсюда нужно, с этого города. Так, быстренько в ту сторону, в эту. Я надеюсь. Да. Ваша мать, так это йоза. Ты тут не акробатичка нафиг, нам нужно валить отсюда, а не выкобыливаться, как ты умеешь прыгать. Вот. Ребят, эта игра просто издевается нахрен с меня, честное слово. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Я не догоняю, в чем прикол вообще, что она отпустилась, не допрыгнула нафиг. Ладно, еще раз. Ты прям тупая какая-то нафиг. Может, ближе нужно подкат выполнять? Может, я очень рано начинаю, например, вот сейчас? Хрен его знает. Наверное. Не представляю, ребят, почему. Да давай ты уже убивай нафиг, а не...
вот так. Но тут вроде ничего не горит, то есть тут нам дается время. Надеюсь, ты сейчас возьмешь и нафиг допрыгнешь. Вот в то окно. Потому что я не знаю, что с тобой случилось. И почему ты не допрыгнула. Ладно. Ты то ли дура, то ли я не знаю. В чем была разница? То, что я перед этим так же прыгнул. И то, что я сейчас прыгнул. Иди в жопу. В жопу, я сказал. Попрыгуня. Так, ладно. Я вам яйца подрезаю, нахуй. Яйца эти... На, нафиг. Вот мудаки, то есть тут все горит. Я не знаю, что они хотят. Тут все горит, они двери закрывают перед собой, чтобы ассасина убить. Вашу мать, вас логика нафиг. То ли это само захлопнулось, хрен не знает. What the fuck? Эта игра убивает нафиг. Эта игра убивает и нервы, и психику, и логику. Вроде делаешь одно и то же, но почему-то... Один раз оно работает, другой... Чё, издеваешься? А другой раз оно не работает. То ли я не догоняю, то ли нам что-то другое. А, нам, наверное, наверх нужно. Ага. Если ты бы туда не допрыгнула, твою мать. Так, сейчас. А сейчас ты что хочешь от меня? Ага. Наверное, вот это. Ну, как-то мы успели. Опять горящий город, то опять нужно убегать, как было, в принципе, несколько серий назад, что ли. Ну, так нам, наверное, и нужно было делать, потому что если бы мы по низу пошли, там бы все сгорело. Я бы дал, но у меня нету, извиняюсь. Ладно, пробуем еще раз. Ну, я как бы сейчас я уже понял, но у меня тогда времени не было, чтобы это понять нафиг. Миссия не замудрили с этим пожаром нафиг. Да пофиг, там вот эта хрень, как ты знаешь, сейчас не очень до тебя, если честно. Так, ну пока что все, ты отлично справляешься. Если ты сейчас не допрыгнешь. Фух. Дальше, ребята. Ну, вроде пока что нету никаких причуд вот этих. Вроде она пока что нормально справляется. Замечательно. Ну, побежали дальше. И прыжок. Ху-ху-ху. И все, эту часть мы прошли. Да. Ну, значит, давайте, ребята, еще следующую часть. Сейчас вроде очень быстрая была. Я клинок, что скрыт во тьме, моя добыча Джан Юн. Я подойду с ним в тенях, мой удар будет молниеносный, никто не остановит меня. Медитация. Все тигры мертвы, остался только ты. Я заберу тебя то, что ты присвоил. Мою шкатулку и мою страну, Китай. Now you plan to let Алтан Хан and his Mongolians through the Great Wall. Теперь ты хочешь помочь Алтан Хану и монгольской армии преодолеть великую стену? Ты позволишь этим варварам захватить нашу страну, лишь бы только не потерять власть? Нет, мы тебя убьем. Ты этого ничего не сделаешь.
I will stop them, and then I am coming for you. Нам армию сейчас останавливать нужно или что? Ты придешь за ней. Предательство. Сян Юнь победила тигра, она все еще жив. Ну, короче, сейчас, ребят, это что ли финал? Как я понял, и как там, в принципе, было написано, то, что она убила всех тигров, вот это правой, левой, нижней руки, и там, ноги, и пальцев, и вот этого всего. Твою мать. Так, это случайно у меня получилось, но если это подействует, то я прям гений какой-то нафиг. Ну, ладно. Если бы я там остался, то, в принципе, подействовало бы, но почему-то у меня жопа запекла, и я решил просто-напросто быстро... быстро выбежать оттуда. Упс. Здрасте, 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 и мордасте. Ага, все, не успел нас убить. Мудак. Ну, серебро так серебро. Санчжу. Шишей. Вот, такой, что ты хотел нафиг, с кем ты вообще сталкиваешься? Чем бы его отвлечь? А хрен его знает, чем бы его отвлечь. Наверное, вот этим. Опа! Чем бы его отвлечь, я не знаю, я не знаю. На тебе, пацаны. Вот тут, папа, опять нас чуть не запалили. Они охренели, что ли? Ух. У вас эти пушки, засуньте себе в одно место, я не знаю, и пошевелите там, что ли. Так, иди сюда, и не пудри нам мозги нафиг. Иди сюда, иди. И приветики мы тебе сейчас скажем. Вот, даже не успел ничего сказать. Чем бы его отвлечь? О, я угадал нафиг. Вот этой хренью мы тебя и отвлечем. Опа. Этого мы уже научились как убивать. И этого мы уже тоже научились как убивать в какой-то степени. Вы палильщики, нафиг вашу мать. А я смогу его отвлечь? Смогу, он же тупой нафиг. Как... Вот так. Ой, ой, я не знаю. Тупой. Тупой. Ну ладно, не тупой, я извиняюсь, Китайоз, вы умные, в принципе. По сути в этой игре, но иногда вы реально тупки, иногда вы прям нахрен чересчур какие-то умные. Это реально. Да ваша мать. Жопа тебе, жопа тебе! Я сказал, что жопа, не значит жопа, что ты там прикалываешься, что ли? Опа! Опа! Боец золота, нифига себе, ребята! Ой, ой, ой! Давай, 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 давай! Замечательно! Эй, не! Твою мать, они прикалываются, ребята! Ну ладно, то есть я не могу нахрен с 30 сторон отбиваться. Уф, какие-то вы... А, так, сейчас, мы же можем там прятаться точно. Вот так.
Ну, сейчас он еще раз куда-то в небо посмотрит. А мы включаем вот эту хрень. Я понимаю, что я ассасин, но твою мать, не нас... Иди сюда, паскуда, дай я тебя запх... Зайдали! Ну ладно, раз ты такой... Ладно, сейчас. Вы будете нахрен с меня прикалываться, да в жопу вас, придурков. Твою мать, на! Главное вот этого мудака убить. Не успел, я хотел просто залезть туда и послать их всех в жопу. Так, ладно, еще раз. Иди сюда. Я на тебе сейчас отыграюсь нафиг, мудак ты. Иди сюда. Медитация. Мудаки, нахрен, идите вы в жопу. Фу, как я сказал, я просто убежал, да и все. Но они и так знают, что я тут, как бы, видите, еще тревога. Ай, нет. Ладно. Мой план не подействовал, ребята, будем... Ах, а мы и так тут, так что идите вы в жопу, какая разница, если мы и так забрались сюда. 我知道大人体注意 на тебе вашу мать. Какая разница, если мы еще просто-напросто отсюда убежим, да и все. Так, да почему сюда? Я что-то не догоняю, почему ты сюда залезаешь, если нам сюда нужно. В принципе, она издевается, что ли. Так, дура. Вот. Ладно, не дура, но иногда... я не догоняю, нам сюда прыгать? А, то есть ты не убилась? Ну ладно. Да, охренеть. Вам как-то не кажется, что это чересчур тут уже, что ли? I need to get that gate closed. Keep the Mongolians out. О, вот это круто было. Вот это я затащил. Нет! Туху, чуть не отпустил и чуть не... Ай, норм. Иди сюда, дружок. Ага, я думал, я его убить тут смогу. Да, и так смогу. Иди сюда. Ага, я думаю, этот... Что, пускай? Ага, закройте первые ворота, я понял. Я понял, ребята. То есть нам еще... Покиньте сторожевой мост. О, пост-мост. Ассасин золота. Понятно, что золото, вы что думали? Опа. Да хрен вы меня... Да хрен... А, ну если тут всякие... А, ну, ладно, я ошибся, извиняюсь, больше этого не повторится. Я учел то, что я неправильно сделал, сейчас мы просто-напросто палиться не будем, не сказал не будем, запалился. Мне интересно, почему ты туда... Ага, хрен его знает почему. Так... Так, ну туда уже мы вряд ли допрыгнем. Яйца отрезал. Ой, ой, так, ладно. Ух ты.
ты чё думал? Ты чё думал-то? Так, мы туда можем, но я... не знаю, ребята, нам сюда нужно? Надеюсь, что сюда. Это мы, наверное, просто бегаем, как бы, это стороной, что ли? Я надеюсь. Только не говорите, что нам вот сейчас возвращаться нужно будет. Ну ладно, это мы как бы собираем, да, и опять туда же. Да ты что, дура, что ты твою мать, как ты лезешь нафиг? Ну, в принципе, да, мы вот тут можем вернуться, например, вот сюда сейчас. Ну, хотя бы вот это норм. Так, ты сюда сможешь допрыгнуть? А зачем она... Ладно, ребят, тут логика нафиг иногда так зашкаливает. Не допрыгнула, но появилась вот там. То есть... Ладно, сейчас. Залезаем, ребят. Мне кажется, это уже финал, если честно. Мне так кажется. Тимбо! Лай баман! Не убивай! Я хороший! Не убивай нас, паскуда! Ай! Ага. Ладно. Ой, извини. Жопа вам. Я тут ассасин, если еще пройду, я вам нафиг китайозом. Идите сюда. Главное, не палите меня, пожалуйста. Ай. Ты бы хотел запалить, но не получилось. Ну, харе уже может, да? Я понимаю, ты там любишь выпаливать, но может хватит уже? Может его отвлечь, что ли, да и все этих мудаков нафиг. А каким хреном я его не убил? Я что-то не могу понять. Хреновые пулеметчики, твою мать! Санчо! Слушай, иди в жопу, твою! Ненавижу китайоз в данный момент, но так я не знаю, ненавижу, твою мать! Я надеюсь, мы можем перебежать этот мост. Если да, мы просто его нахрен сейчас перебегаем. И валим отсюда, потому что они меня уже задолбали. На тебе, твою мать. И тебе, паскуда, иди сюда. Ага, и что сейчас? Так, через окно и прыжочек. Дальше. Я надеюсь, сейчас уже где-то... Ну, мы в каком-то замке, в принципе, по сути, тут как бы вот этот император должен быть. Вот, по сути, логично, да, если мы в замке. Найдите путь внутрь. Ну, сейчас найдем. То есть мы уже, ну, можно сказать, нашли, что ли, или нет. Или находим. Оп. Здрасте, мордасте. Вам как-то похрен, да, что я тут делаю? Ух, поднимите мост. А он же нахрен... А, мост. Я думал, вот эту хрень. Ну ладно. Так. Я надеюсь, вы нас не запалите. Опа. Ну ладно, хотя бы одного убили. Ага, и чё сейчас? Так. Ну, я уже думал, что... А, у меня это и так по фулу, поэтому как-то похрен.
А что нам нужно? А, ну то есть смотри, нам, наверное, даже их просто убивать не нужно, смотрите, просто мы сюда заберемся, поднимем мост, да и все. Так оно и есть, ребята. Ух, я надеюсь, мы под... О! Хорошо, что я сюда пошел, ребят. Смотрите, под мостом. Ой, он нас может тут запалить. На, ну, как бы, там сможет, но мы идем под мостом, поэтому тут не сможем. Ну, смотрите, что мы сейчас делаем. Он, как только он туда разворачивается, мы просто тут пробегаем, да и все. Так, сейчас нам наверх. Побежали. Твою мать, ты запалил, но не до конца. Давай, оборачивайся куда-то уже, заколебал. Ага, и чё сейчас? Фу, это что за хрень? Это что я делаю? Это я как бы дальше мост поднимаю или что это? А, это как бы перепрыгнуть на следующий стул. Ага, понял. Угу. Угу. Так, дальше. Покиньте пост. Покиньте сторожевой пост, ага. Доберитесь до последнего сторожевого вогу пуста, ага. Твою мать, идите вон нафиг. Ладно. Я правильно иду? Там я вижу хрень, ребят, да, я вижу, но... Ну да, вроде правильно. Так, ассасин золота. Золото. Последний пост нам какой-то нужен. И опять, наверное, какой-то мост опустить. Так, ага. Мост опустить, что-то поднять, и, наверное, потом мы уже заберемся куда-то в дворец и... Ну, захреначим там лидера, да, или что-то в этом роде. Прикиньте, это не последняя миссия, тут еще их 100 будет. Ладно, 100 не 100, но... Так, я надеюсь, все правильно иду, да? Я вижу там мечки, но они у нас и так все по фулу. Так, сейчас куда? Только не говорите, что я сюда зря пришел. Да нет, не зря, нам сюда нужно. Только как? А, может туда. Вот сюда. Наверное. Хотя. Вряд ли. Да, туда мы не можем пройти. Так, да. Я что, отсюда же вылезти не могу? Ага, наверное, сюда. Ага. Ну, вроде да, вроде пока что... Да, правильно. Так. Опа. Ну, да ты, твою мать, ну что ты такая нафиг? Фу, ну, ребята, давайте проходим. Ух, ни хрена себе у тебя радиус вот этой хрени. Ой, ты, твою... Ай, не пали. Здрасте. И опачки. Ну, тот там карауль себе дальше под ногами. У тебя там пары жмуриков валяются, которых мы замочили. Ну, карауль себе там. Добрись до последних. Ну да, в принципе, мы уже добрались. Ага, и с той стороны. Ни хрена себе. Ворот привез здесь с помощью двух колес. Надо повернуть и одно, и другое. Я понял. Опа! Опа!
Здрасте. Так, ладно. Дальше. Сюда, 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 сюда. Я сказал, где-то сюда, что ли, во второе окошко. Ой, твою мать, ой, твою мать, ну твою мать. Я же нажимал. Контратака и всякая прочая вот эта фигня. Твою мать, ты что, издеваешься? Ладно, другой способ. Раз ты такой любишь там... О, опа, опа. А сейчас что? Давай иди сюда, давай иди сюда. Иди-ка ты. Так, значит, ребят, смотрите. Ага. И сейчас они идут сюда вместе, я надеюсь. То есть, и они какие-то мудаки, нафиг. Ладно, иди ты в жопу. Мудак. Вот этот реально мудак, а вот этот... И вот этот мудак. Так. И вот это тут колесико. Ну, хотя бы сюда мы добрались, ребята. А мы туда допрыгнем? Ух, допрыгнем, ни хрена себе, я уже думал, нет. Так. Нет, девулька, нам не сюда. А вот нам сюда. Да опять не сюда, на куда ты топаешь, на куда ты топаешь? Так, ладно. Наверное, сюда нам нужно. Опа. И тут... Ну, хрен его знает. С какой стороны лучше зайти? Ну, тут нас, наверное, не запалят. Так же, как и с предыдущей стороны мы так же делали. Нас вроде не запалили. Ой. Ой. А вот этот? Ага. А тут что, стена? Да, тут... Твою мать. А, ну тут стена, вообще. Ага, то есть мы только тут сможем. Ага, и что сейчас? Ну, закидали нафиг ножами. Здрасте. Так. Ух. Закройте последние ворота. Покиньте сторожевой пост. Дайте нам уже какого-то там генерала убить, или там императора, или какого-то там владыку, или не владыку, или кого-то. Короче, кого хотите, дайте нам уже. Да ты чё, твою мать, ребята, я не знаю, что это за баги, что ли, или что это вообще такое, но... Вот так, замечательно. Опа. Опа. Ага, ну, нормально. Опа, покиньте сторожевой пост. Ну, как бы мы уже, наверное, его покинули. Убейте монгольских шпионов, это как бы дополнительное. Ага, это встреча с императором тем, да? Ага. Так, ребята, я не знаю, давайте посмотрим, если это недолго будет, то можно, наверное, пройти уже. Your actions here have only delayed the inevitable. Этих slowing these savages will have only angered them. They will see this as a betrayal and launch a full-scale assault. They will not reach my land. The war will hold them back. Your land. От твоей стороны, думаешь, тебе удалось что-то изменить? Удастся что-то изменить? Китай — это лишь начало пути. Мы будем править миром. А шкатулка, которую ты нам отдала, станет еще одним инструментом, который поможет нам прекратить все войны. Peace.
You think you're a hero now? I don't want your world, your control. Give me the box, and your death will be fast. Your box is lost, assassin. Already out of China, in the safe hands of my fellow Templars. Then another assassin will find the box. Значит, Катлуку найдет другой ассасин, и это будет его судьба, а моя судьба избавить мир от тебя. Финальная битва, ребята, финальный босс. Сейчас посмотрим, насколько он финальный. Ага, то есть это еще не финал. Нам еще его найти нужно, и потом, наверное, только завалить. Он как бы убежал. А мне интересно, почему вообще стена вот эта начала рушиться. То есть, прям, не знаю. Так, сейчас. Я как-то неправильно прыгнул. Или я как-то что-то не догнал. Ну, и? А, ну, в принципе, наверное, только с самого края нужно было что-то такое. Ладно. То есть войны не было, сейчас она как-то очень быстро началась, что ли. Все начало рушиться, все взрываться. Ребят, я уже не знаю, что сказать. Я взял, прыгнул. Логика. Тогда не допрыгнула, сейчас допрыгнула. Так. Как меня эти пожары уже задолбали, если честно. Может, хватит уже их делать, и как-то мне уже... Твою мать, ну залезь ты... Как-то мне уже надоело убегать от них. Так. Дальше. Побежали. Я надеюсь, эта миссия не будет длинной, чтобы мы его нашли, убили, да и все. И пока там... Оп, я хотел его убить, но вы опередили меня. Ай, ты, да прыгни! Фу. Опа, там горит. Нужно как-то... быстрее вот это все. Пожар, пожарчик, а мы убегаем. Ага, я так и думал. Так, опа. Ну, я понимаю, тут моя вина, то есть нужно его было в подкате убивать. Ага. Дальше. А, ну опять все горит, опять... Да ты что, издеваешься, прыгай уже, женщина. Кто это? Давай, ребят, смотрите, как все горит за нами. Прям жопа там чувствует пожар, мощь, вот эту мощь всего, не знаю, вот этого Китая. Ой, опять чуть не провалил задание за того, что яйца отрезали. Яйца, двойные лазанья, нафиг. Причем тут лазанья, если лазанья из яиц делается. Ладно, там омлетик двойной. Двойной омлетик. Ой. Так, женщина, беги, быстро. Ух. Это уже надоело чуть-чуть. Ну, не то, что надоело, но... Ребята, длинная серия будет, потому что, в принципе, я одно задание. Я уже думал, что предыдущее задание это последнее. Мы его найдем, убьем. Но как бы тут еще задание, где его нужно догнать, захреначить. Ну, и вы видите, что он как бы нам показывается. Найдите там, вот этого. Догоните. Вот так, тогда было найдите. Ни хрена себе. Сейчас догоните. Опа, яйца. Ну чапся. Я как-то не понял, что ли, и что нам нужно было делать? Перепрыгнуть вот эту хрень? Ладно. Яички. И опять я затупил, и нам жопа. Или нет? Опа, нет. Ну, мы могли вниз спуститься, забрать вот это, но... Давайте уже. Опа. Дальше. Опа. Дальше.
Побежали, побежали. Так, а сейчас нам куда? Я... Ух ты ж! Слоу, прям моушен нафиг. Да ты заберешься или нет? Так, дальше. Ребята, я просто молчу, потому что я уже сосредоточен. Тут всегда может этот пожар появиться и жопу нам поджечь, как сейчас, например, вот это обрушивается. Опять. Фу. Так. Смотри, как мы сделаем. Чтобы он нас не запалил, мы просто сюда заберемся. Да и все. Догоните. Ребят, вы уже заколебали догонять нафиг его. Там два таких, один мастер. Откройте ворота, чтобы отвлечь врагов. Ладно, ладно, сейчас мы откроем ворота. Так. Чем бы отвлечь? Я не знаю. Беги. Так, ладно. И сейчас... Иди сюда. Один. Нам больше не нужно. Только один. Ну, твою мать, ну иди-ка ты сюда. Что? Ах, ты ж тупица. Или нам просто их убить нужно, что ли? Да жопа вам, короче. Я ж сказал, жопа вам. Да ты чё снифаешься нафиг, да убей вы уже да его. Хреначил полчаса. Он пригнулся, пух, с одной хрени меня взял, ударил и... Твою мать. Чуваки, жопа вам, вы в курсе, что вам жопа? Он какой-то нахрен бессмертный, ага, бессмертный. Эти, засуньте себе в задницу вот эти пушки, пулеметы, арбалеты, все. Ну, ладно, еще раз. Чуи! О, самого главного убили, хотя как главного? А, твою мать. А если вот так, паскуды? Чем бы вас оглушить? Так, сейчас он развернется еще раз, смотрите. И... А, хрен он развернется, почему у меня первые разы получалось? А мы будем умными. Сейчас спрячемся и все, и жопа тебе. Подождем, пока они отвлекутся или что там они опять сделают. Ай. Ну иди сюда нафиг. Жопа тебе. А ты что там? Твою мать, то есть я сам себе путь закрыл? Или что я сделал? Воу, не палите. Ух, ни хрена себе. Так, ага, то есть... Нифига себе, мы прям... Ага, то есть нам не сюда нужно. Это я с толком делаю, или это просто как бы дополнительная хрень? Как по мне, наверное, так оно и есть, ребята.
Дьявол来袭了. Это кого мы убили? Какого-то хрена? О! Я иду. Охренеть. Серия долгая, конечно. Если бы я знал, что еще тут несколько таких миссий будет, я бы несколько сделал, а не вот так нафиг много. Ну, сами понимаете, да, что. Что как бы вот то было последняя уже серия, да? Сейчас, в смысле, последняя миссия, но сейчас оказалось, что это не последняя, потому что его еще найти нужно, потом его еще догнать нужно, и, ну, сами видите, что... Так, ладно. Ну, сейчас сюда подниматься. Тревога, какая нахрен тревога? Где вообще это тело вы обнаружили? Ну, вот тут вы меня уже не обманете, тут я уже знаю, что не припрыгивать, а просто... Перелезть нужно, да, и все. Убейте. Ну, смотрите, уже пишет убей. О, все, мы его еще убьем. Надеюсь. Ну, ассасин, что чувствуешь? Все так, как ты представляла? Is it as you'd hoped? Do not flatter yourself, Sangyong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance, but I've understood now that it's pointless. I have found a better goal to pursue. And what is that? The future. A new tomorrow for China and its people. I will undo all that you have done. I will rebuild the Brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom. Those ready to die to fight men like you. Your Templar world will not happen. The assassins will rise again. Вы слышали? Ну все, ребят, это вроде бы финал. Какое нарушение? Вы что, с ума сошли? А, ну, в принципе, да, вот он и конец, ребята. На этом мы заканчиваем. Двоем. Ну и? Mentor. The Emperor is dead. The elixir of life? Yes. It killed him, as you had planned. His son will follow in his footsteps. Это она, но как бы уже старая. The war will protect the people now. And so shall we. Mentor, last time we talked, Auditor, you were telling me about Master Auditor's precursor box. Ah, Ezio's great gift to me. Yes, I never discovered what the box could do. Yet the artifact, and my obsession with it, taught me a great lesson. Perhaps the greatest of lessons. What was that, Mentor? She who seeks revenge should remember. Тот, кто ищет мести, роет две могилы. Ну вот сейчас, ребята, мы точно уже закончили. Всем спасибо за просмотр. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, просто поставить лайк, вступить в нашу банду, то есть подписаться на меня и также оставить комментарий по желанию, но я буду благодарен, если вы это сделаете. Если вы хотите больше прохождений игр, вы можете писать или тут в комментариях, или, например, мне в ЛС ВКонтакте, или в группу ВКонтакте, еще лучше, чтобы не засырять ЛС. Какие игры вы бы хотели пройти? Ну, не какие-то там Skyrim или еще что-то, игры уже там, которые давно вышли. Игры, которые выйдут или которые недавно вышли, мне кажется, будет круче, если мы начнем их проходить или пройдем. Ну все, ребята, на этом мы заканчиваем. Еще раз скажу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.